Ну, Альбаба и ела пуки Санта-Клауса, по-русски Дедушка Мороз. И сегодня, 18 ноября, у него день рождения. И как свой праздник отмечает бийский Дедушка Мороз, мы узнаем прямо сейчас. Рабочее место бийского Деда Мороза – это городской дворец культуры. Даже в свой день рождения сказочный дедушка не перестает трудиться. Ведь до Нового года осталось всего 43 дня. Подготовка к Новому году идет полным ходом. Несмотря на то, что у меня сегодня день рождения, отдыхать некогда, надо трудиться. Для маленьких бийчан сегодня Дед Мороз готовит не только подарки, но и праздничный спектакль. Под его надзором в швейном цехе городского дворца культуры создают костюмы для новогоднего представления. Сегодня, в день рождения Деда Мороза, он сам пожаловал обходом свои владения в городском дворце культуры и посмотрел, как идет подготовка к новогодним праздникам. Наш бийский дедушка – это помощник настоящего Деда Мороза, который живет в Великом Устюге. Сколько ему лет, никто не знает, но отмечает свой день рождения он 18 ноября неспроста. Именно в этот день на родине именинника вступает в силу зима и ударяет мороз. А чтобы волшебнику успеть поздравить всех детей, он рассылает по городам и селам страны своих помощников. Своей волшебной силой наделяем множество помощников, и они отправляются по городам, по селам, дарить людям счастье. Это те Деды Морозы, которых вы видите в своих городах. Бийский дедушка справляется со своими обязанностями очень хорошо. Новогодняя сказка почти готова. Уже 22 декабря в городском дворце культуры начнутся театрализованные представления для детей и взрослых. Татьяна Свинаренко, Алексей Мельков. Новости ОТН.